Я тут в крутом автомобиле с Давидом. Давид, передай привет нашим подписчикам. Привет. Привет? Да. О, отлично. Это ж твоя машина? Да. А как она называется? Запорожец. Класс. А ты умеешь ее водить? Да. А где ты сиденье дел? Куда сиденье подевалось? Не знаю. Понятно. Ну рассказывай, как дела. Сейчас тебя весь мир смотрит. А? Весь мир тебя смотрит. Ты знаешь, сколько людей живет на планете Земля? Много. Ну сколько много? 50. 50 чего? 50 людей. 50 людей во всем мире? Да. Круто. 7 миллиардов примерно на планете Земля живет. Представляешь? И сейчас эти все миллиарды на тебя смотрят. Круто? Угу. Что бы ты всему миру хотел пожелать? Что это значит? Много. Много чего? Да. Много бабла? Да. А ты знаешь, что такое бабло? Что это? Деньги. Молодец, правильно. Так, деньги надо, да, для полного счастья? Что еще надо? Машина сделана. Так, машина нужна еще, да? А что еще надо? А машина, ну, BMW стоит много. А, тебе BMW нравится? А может быть, Mercedes лучше? Mercedes и BMW и денег. И денег, а Запорожец? И денег! Денег много, я понял. А Запорожец? А что круче, Запорожец или Мерседес? Денег. Денег? Не, подожди, деньги здесь... Гелик. А, гелик? О, так ты вообще в теме. Ты понимаешь, что гелик это самая крутая машина? Угу. Вообще круто, ну супер. То есть ты хочешь сказать, что когда ты вырастешь... Ага, а это что не в Ютубе? Это в Ютубе будет сейчас, да? Ты же видео снимаю и будет в Ютубе. А это где фоткаются? Нет, это в Инстаграме фоткается. А Ютуб и там фильмы. Так, не дергай руль, а то тут камера стоит. Не дергай руль, да. Значит, ты видишь, ну ты делаешь резкие движения, и оно некрасиво получается. Так, ну ладно. Так чей это Запорожец, расскажи? Мой. Твой? Сашкин. А за сколько ты его купил? За одну денежку. Одну денежку? Да. Один биткоин? А ты знаешь, что такое биткоины? Да. Что это? Машина. Не, что такое биткоин? Не знаю. Как не знаешь? Ну ты же современный прогрессивный парень, ты должен знать. Это криптовалюта, самая дорогостоящая единица денежного измерения в электронном виде. Ты в курсе? Знаешь, сколько один биткоин стоит? Сейчас, подожди. Да что ждать? Ты скажи, сколько биткоин стоит? Да я вылезу. Зачем? Не надо на ходу выходить, мы же едем сейчас. Ты сейчас разобьешься. Нет. Не выходи. Не прерывай, тут же нас подписчики смотрят. Сколько один биткоин стоит? Не знаю. Как не знаешь? Ну, сейчас 30 тысяч долларов стоит один биткоин. Утром сегодня стоил. А дороже всего знаешь, он сколько стоил? Нет, конечно. Месяц назад 60 тысяч стоил. Ну, бери ногу. Убрал. Ты хочешь выйти на ходу, да? Да. Я понял. Но ты умеешь выпрыгивать на скорости? Конечно. Так, хорошо. А сколько тебе лет? 5. Ну, ты вообще крутой парень. А если мне было 6, я была вот такого роста. А представь, что тебе будет. Ну, куда ты ушел? Сейчас машина наедет на тебя. У меня вопрос есть к тебе один. Иди сюда. Что ты сказал? Юшкин кот. Ты какое-то другое слово сказал. Нет, я сказал Юшкин кот. А, ты это какое-то другое слово сказал на букву Б. Что ты сказал? Не говорил так? Не Б. А, хорошо, а то я уже подумал, что ты плохое слово знаешь. А что это Б? Да. Так смотри, вот представь, тебе будет, там, например, тебе будет 20 лет. Слышишь, это через 15 лет тебе будет 20 лет. И ты будешь смотреть видеоролик, как ты тут всему миру рассказывал, что Запорожец это крутые автомобили. Представляешь, как круто? Конечно. А у тебя есть где-нибудь ролики, видео о тебе в таком юном возрасте? Есть. Есть?
На каком канале? На Ютубе или где? Или у папки в телефоне есть? На Ютубе. На Ютубе, да? Понятно. Вот представь, я этот ролик запишу к себе на YouTube, на канал. Через 15 лет ты будешь это видео смотреть. Представляешь? У тебя уже борода будет. Ты уже такой взрослый будешь, такой брутальный. Там, а у тебя тоже борода. Ну да, как у меня будет. У тебя будет уже девчонок много. А у тебя... У тебя есть подружка? Вон, там. Соседка, да? И, бля... Ёшкин кот! Опять это слово сказал? Ёшкин кот! Нет, ты другое слово сказал. Ёшкин кот! Нет, другое слово сказал. Можешь повторить, какое ты слово сказал? Нет. Ну ладно, все, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш прямой эфир, да? Да? Видите, какие тут дворники крутые. Так, ну ладно, в общем, вам привет от Богданчика. А кто ты? Ты не Богдан? Давид. А, Давид. О, вам привет от Давида, вы поняли? Это не Богдан, он хоть, видите, имя свое помнит. Значит, это, через 15 лет мы договорились, что он подпишется на мой канал YouTube и через 15 лет будет смотреть в возрасте 20 лет. Не будешь подписываться? Нет. А что? Не хочешь? Ну, тогда ты не увидишь ролик свой. Ты не увидишь, какой ты красивый сейчас. Амбициозный и целеустремленный в 5 лет. Я вообще маленького роста. Ну ладно, в общем, встречаемся через 15 лет. Все, всем пока.